В Краснодаре сегодня чествовали победителей городских конкурсов профмастерства среди врачей и медсестер. Награды получили самые успешные специалисты здравоохранения – хирурги, акушеры, неврологи, педиатры. Встреча прошла в преддверии Дня медицинского работника. Свой профессиональный праздник люди в белых халатах будут отмечать в это воскресенье. У нас хорошая команда медицинских работников. Вы все профессионалы своего дела, как говорят мастера своего дела. И вы прекрасно понимаете, что вы в ответе за жизнь людей. И когда бы ни случилось, в какое время ни случилось, позвонят вам ночью, днем, вы всегда на страже и делаете все, чтобы спасти человека. На страже здоровья горожан стоят порядка 13 тысяч медицинских работников. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, в Краснодаре развитие и поддержка здравоохранения – одна из приоритетных задач. С начала этого года в краевой столице открыли 6 кабинетов врачей общей практики, а на Московской заработала поликлиника с отделениями для юных и взрослых пациентов. Активно проходит диспансеризация населения. Только с начала этого года профилактические медосмотры прошли 73 тысячи краснодарцев. К слову, внедрение новых технологий в области диагностики, доступное и качественное обследование – то, на что планируют сделать упор городские власти в ближайшее время.